Здравствуйте, вы смотрите итоговый выпуск программы «События» в студии Михаил Ермоленко. О главных новостях прошедшей недели расскажем через минуту. Самарский путепровод 139 километр по улице Земица закрыли на ремонт. Как теперь организовано движение в этом районе? Самарские ученые в общемировом тренде. В честь Дня космонавтики сотрудники и студенты университета имени Королева презентовали новое оборудование для спутников. Моют колесо обозрения и другие аттракционы. В парках Самары готовятся к началу летнего сезона. На этой неделе в России отмечали День космонавтики. В Самаре праздник встречали на одном из главных предприятий отрасли – заводе «Прогресс». Благодаря его сотрудникам город по праву носит имя космической столицы страны. Здесь изготовили первые две ступени для космического корабля, на котором Юрий Гагарин полетел в космос. А сейчас разрабатывают ракету «Амур-СПГ» на сжиженном природном газе, а также «Союз-5» – ракету среднего класса с высокой степенью автоматизации на старте. Во время празднования губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и глава города Елена Лапушкина вручили награды лучшим сотрудникам ракетно-космического центра «Прогресс» и возложили цветы к памятной доске генеральному конструктору предприятия Дмитрию Ильичу Козлову. Слово Виктории Шарой. День космонавтики для сотрудников ракетно-космического центра «Прогресс» традиционно начался с возложения цветов к памятной доске генеральному конструктору предприятия Дмитрию Ильичу Козлову. Он начинал свою деятельность инженера-конструктора под руководством Сергея Павловича Королева. В 50-х годах стал ведущим конструктором ракеты Р-7 знаменитой «семерки». Именно она позволила обеспечить приоритет СССР в разработке межконтинентальных баллистических ракет и положить начало созданию практической космонавтики. С 1958 года Дмитрий Ильич возглавил серийное производство ракет Р-7 на самолетостроительном заводе номер 1 в Куйбышеве, который сейчас входит в состав ракетно-космического центра «Прогресс». Цветы к мемориалу возложили губернатор Дмитрий Азаров, глава города Елена Лапушкина, депутаты и заслуженные работники предприятия. Склоняем свою голову в благодарности перед выдающимся талантом, инженерным гением, конструкторским гением и организаторскими выдающимися способностями Дмитрия Ильича Козлова. Но вместе с ним трудились тысячи людей. Эти люди, которые создали космическую славу нашего региона и нашей великой Родины. Я искренне благодарю всех тружеников РКЦ «Прогресс» и еще десятков предприятий и трудовых коллективов за то, что сегодня славное дело первооткрывателей космоса продолжается. Мы вновь выходим на должные орбиты своей производственной деятельности. Главный конструктор, самой востребованной сейчас ракеты «Союз-2-1Б» Алексей Смородин трудится на предприятии более 20 лет и успел поработать под началом Дмитрия Ильича Козлова. Во-первых, человечность, я другого не скажу. То есть он, в общем-то, не делал разницу между должностями, то есть он со всеми разговаривал, в общем-то. Вполне достойно, как с людьми, с настоящими. Вот это запомнилось. Коллектив достаточно молодой, с одной стороны. С другой стороны, опыт достаточно большой по проектированию средств выведения, в частности. Поэтому команда формируется из грамотных специалистов. Задача в целом решается. Производственная база, в принципе, тоже вся переоснащенная уже. То есть современная, готова, собственно, к решению всех задач. А задач перед предприятием сейчас стоит немало. Сотрудники РКЦ «Прогресс» разрабатывают ракету «Амур-СПГ» на сжиженном природном газе вместо гелеводородного топлива. Это ракета среднего класса с многоразовым использованием, а также «Союз-5» – ракету среднего класса с высокой степенью автоматизации на старте. Перед предприятием сегодня стоит много задач в обеспечении космической независимости Российской Федерации. Мы обеспечиваем пуски ракеты-носителей типа «Союз-2». Это основная рабочая площадка как советской, так и российской космонавтики. У нас на подходе новая ракета-носитель «Союз-5». Мы начали изготовление первой летной машины. Сейчас это в процессе идет. У нас сейчас технический проект на машину нового поколения на сжиженном природном газе «Амур-СПГ». Мы подписали государственный контракт, и технический проект мы до конца следующего года должны закончить. Сотрудников предприятия поздравила глава Самары Елена Лапушкина. В этот день мы чествуем лучших работников предприятия за их добросовестный труд. Говорим слова признательности, благодарности ветеранам за их колоссальный вклад в развитие
космической промышленности, за то, что они продолжают передавать свой богатый опыт. Мы с гордостью вспоминаем выдающихся конструкторов, прославленных руководителей, таких как Дмитрий Ильич Козлов, таких как Виктор Яковлевич Литвинов и многих-многих других. Не будем отступать и в этом году от доброй традиции, поэтому, друзья, от всей души поздравляю вас с Днем космонавтики. Руководитель региона Дмитрий Азаров и глава Самары Елена Лапушкина вручили заслуженным сотрудникам предприятия благодарности и памятные подарки. Виктория Шара, Константин Головин. События. В честь праздника в Самарском университете имени Королева презентовали инновационное оборудование – модифицированный гиперспектрометр. Это устройство в будущем планируют устанавливать на миниатюрные спутники формата CubeSat. Их все чаще стали запускать в космос из-за небольшого размера и расширенных возможностей. Что такое этот гиперспектрометр и для чего он нужен, узнала наша съемочная группа. Устройство наподобие этого с такими же характеристиками в России делают только в одном городе – космической столице страны Самаре. Аналоги такому аппарату в мире можно пересчитать по пальцам. Два инновационных компактных гиперспектрометра ученые Самарского университета имени Королева презентовали специально к знаменательной дате – Дню космонавтики. Оснащенные такими приборами, миниатюрные космические аппараты в формате CubeSat смогут эффективнее проводить экологический мониторинг, выполнять задачи умного земледелия, контролировать парниковые газы и проводить разведку труднодоступных территорий и искать там потенциальные месторождения минералов, нефти и газа. Все это прямо с орбиты нашей планеты. До этого мы запускали гиперспектрометр, скорее демонстрационный, у которого был слабенький объектив, но мы получили оттуда первые гиперспектральные кадры, в общем-то, со спутника формата 3U. Это уже достижение. Вот, сейчас у нас будет спутник формата 6U. Здесь стоит уже полномасштабный объектив с фокусным расстоянием 300 мм, что позволяет получить разрешение вплоть до 6 метров по поверхности Земли. Ученые уже давно придумали способ, как создавать изображения, которые состоят не из трех компонентов, а, например, из сотни или двух сотен. Это и называется гиперспектральная съемка. Она используется в аэрофотосъемке и в космической съемке земной поверхности. Для этого и нужна инновационная разработка самарских ученых. Эти приборы – как улучшенная камера, со снимками высшего качества для получения более полной информации о нашей планете. Гиперспектральные снимки внешне, на первый взгляд, особо не отличаются от обычных. Если взять обычный снимок и какой-либо пиксель с этого изображения, то его можно разбить на три компонента – это синий, красный и зеленый. А если мы возьмем гиперспектральный снимок, то каждый пиксель можно разбить на множество компонентов. Если их взять и уложить достаточно плотно от самого первого и до последнего спектра, то захватится также инфракрасная область, которая незаметна человеческому глазу, но хорошо видна на приборах. Этот прибор позволяет получить в каждом пикселе 250 цветов. То есть обычная камера 3 цвета дает, это дает 250. Вот. И когда мы с орбиты это снимаем, мы получаем в каждой точке спектр. То есть мы можем посмотреть вот в эту точку, по спектру определить, что здесь не просто зеленый лес растет, а растет дубовый лес, например. Или дубовый лес, в котором дубы там здоровые или больные. А здесь поле пшеницы, но она явно чем-то заражена. А вот здесь поле пшеницы нормальное. Как отметил Роман Скиданов, проект гиперспектрометров уже полностью готов. Сейчас сами устройства изготавливают и сборку планируют закончить к середине лета. Этот проект получил финансовую поддержку в рамках федеральной образовательной программы «Дежурный по планете». Эта разработка имеет огромное значение в популяризации космонавтики и космических технологий среди подрастающего поколения. На основе данных, которые будут передавать самарские гиперспектрометры с орбиты, ученые Самарского университета будут обучать команды российских школьников основам анализа и обработки гиперспектрометров. Изображений. Планируется разработать для учащихся соответствующую научно-образовательную программу. Ее рассчитают на несколько лет и включат проведение различных космических экспериментов с использованием компактных гиперспектрометров. Школьники смогут не только побывать на предпусковых испытаниях наноспутников, но и стать свидетелями пуска ракеты-носителя с космодрома. Михаил Ермоленко, Николай Сидоров. События. На прошедшей неделе правительство одобрило расширение параметров промышленной ипотеки. Соответствующее постановление уже подписано. Благодаря этой мере компании реального сектора экономики смогут получить льготный кредит на строительство, модернизацию, а также на реконструкцию заводских помещений. В правительстве рассчитывают, что расширение параметров этой программы позволит стимулировать интерес отечественного бизнеса к запуску новых проектов, особенно в сфере промышленного производства. Эта мера приобретает особое значение в текущих условиях, когда ряд западных компаний из-за санкций США и Евросоюза по собственной инициативе прекратили поставки некоторых товаров в Россию. На 2023 год объем субсидий по этой программе предусмотрен в размере 1 миллиарда 300 миллионов рублей. Однако финансирование при необходимости может быть увеличено.
Не менее важное событие прошедшей недели – закрытие путепровода 139-й километр на ремонт. Власти рассчитывают, что обновление трассы на улице Земица продлится до 2025 года. Почему необходим был ремонт и как теперь организуют проезд, минуя этот участок дороги – подробности в материале. Путепровод 139-й километр – важная транспортная артерия города. По маршруту ходит общественный транспорт. Трасса пользуется популярностью у автомобилистов и особенно у работников заводов. А их здесь немало. Главный ракетно-космический центр, предприятие авиационной промышленности, конструкторское бюро. Улица Земица давно нуждалась в ремонте. С 10 апреля дорогу от въезда на территорию завода «Прогресс» до улицы Литвинова закрыли для обновления. Оно пройдет в несколько этапов. Мы говорим о двухгодичном контракте. Первый из них на первый год, который 23-й год, мы ставим задачу, это полный ремонт деформационных швов и в данной ситуации трамвайных путей и восстановление асфальтового покрытия в минимум в нижних слоях. Это по проезжей части и открытие движения по трамваям. Это вот задача, которая стоит на октябрь месяц. В связи с закрытием движения транспортные потоки неизбежно перераспределили. Первый вице-мэр рассказал, что основную нагрузку при объезде путепровода возьмут на себя улицы Береговая и Победы, проспект Кирова, Заводское шоссе. Также движение общественного транспорта будут постоянно контролировать. Кроме того, рассмотрели предложения от сотрудников предприятия «Прогресс» и авиационного завода о запуске дополнительных автобусных маршрутов. Они будут ходить от Барбошиной поляны по проспекту Кирова и до Юнградка. Ситуацию на дороге будут постоянно мониторить представители Самарского департамента транспорта. В течение целого дня работники Центра организации дорожного движения будут находиться на всех ключевых перекрестках по направлению к предприятиям. Это и Победа Кирова, это и Кирово-Заводское шоссе, это и непосредственно Заводское шоссе Земица. На всех ключевых направлениях будут наши работники находиться и смотреть, как организовано дорожное движение. Уже сейчас специалисты скорректировали работу светофоров. Так, на пересечении проспекта Кирова с улицей Победы, Кирово-Заводского шоссе, напротив Кировского рынка, завода «Гидроавтоматика», фаза зеленого света в направлении заводов увеличилась до 120 секунд. Если будет нужно, изменят и дорожные знаки. Учитывая обстановку, могут либо разрешить парковку, либо запретить, установят соответствующие знаки. Автомобилисты, работники заводов и жители района ситуацию понимают и говорят о необходимости ремонта путепровода. Недостатки там всегда провалены, асфальт там какая-то. Какая-то арматура торчит. Ну, в нехорошем он состоянии, если честно. Ну, дорога важная, но я говорю, я там редко езжу. Ну, понятно, что это как-то усугубит ситуацию вообще в целом по городу в плане трафика. Ну, ремонтировать тоже надо. Особенно внимательно отнеслись к просьбам заводчан. Во время подготовки к ремонту обустроили территорию, по которой работники предприятий будут идти утром и возвращаться обратно к остановкам общественного транспорта вечером. Мы проложили где-то приблизительно 600 метров пешеходной дорожки перед закрытием моста. Соответственно, по ней можно будет добраться заводчанам от предприятий, где они работают, до ближайших остановок, где ходит общественный транспорт. Активно приводят в порядок дороги, которые возьмут на себя часть нагрузки после закрытия путепровода. В самом начале сезона ремонта обновляют сразу несколько маршрутов Кировского района. Это улицы Береговая, Алма-Атинская, Республиканская. Их ремонтируют на средства нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Старый асфальт полностью фрезеруют и укладывают новый. Используют современные материалы, чтобы обеспечить повышенную прочность дорожного полотна. Решили вопрос доступности одной из остановок общественного транспорта. В период закрытия путепровода будут использовать трамвайное кольцо не в районе Костромского переулка, а на Юнгородке. И чтобы горожане могли свободно добраться до остановки по тротуару, который находится между кольцами, предпринимателям запретили выставлять лотки на улицу, рядом со своими торговыми площадками. Администрация промышленного района провела соответствующую работу. Ремонт путепровода на Земице полностью на контроле главы Самары Елены Лапушкиной. Михаил Ермоленко, Григорий Плешаков, Константин Головин, Игорь Казановский. События. В Самаре продолжается месячник по благоустройству, который начался 1 апреля. За это время в уборке города приняли участие более 126 тысяч человек. Это сотрудники предприятий города, муниципальные служащие, активные жители. Промежуточные итоги подвели на оперативном штабе в Департаменте городского хозяйства и экологии с участием главы города Елены Лапушкиной. Укладываются ли сотрудники коммунальных служб в график и когда начнут работать фонтаны, расскажем в сюжете.
В Самаре продолжается месячник по благоустройству. Он начался 1 апреля. Уже прошли 2 средника и 1 субботник. В уборке города приняли участие около 126 тысяч человек. Это сотрудники предприятий города, муниципальные служащие, активные жители. Промежуточные итоги подвели на заседании штаба в департаменте городского хозяйства и экологии под руководством главы города Елены Лапушкиной. Сейчас в Самаре сотрудники коммунальных служб готовят к покраске остановки, скамейки, урны, ограждения. Отмывают и очищают от старого покрытия. К концу месяца все они будут покрашены. Все городские фонтаны готовы к новому сезону. 15 апреля пройдут пробные пуски, а 22-го фонтаны начнут работать на постоянной основе. Работы, те, которые намечены, идут по плану, по графику. Если говорить по улично-дорожной сети, у нас в порядок приведено порядка 66% по скверам, паркам. Порядка 54%. Если говорить по набережной, то 78% территории набережной уже от запланированных работ проведены. Отдельно на штабе обсудили тему вывоза твердых коммунальных отходов. Многие самарцы весной начинают делать ремонт, а старые рамы и двери, мешки со штукатуркой и кафелем выносят на контейнерную площадку. Меж тем она предназначена для бытовых отходов, а строительный мусор вывозить должен собственник. Это такая, к сожалению, традиционная проблема для городского округа Самара, что когда приходит весна, наступает месячник по благоустройству, люди начинают чистить территорию, дома, и крыши, и подвалы, и, увы, складывают весь этот мусор на контейнерные площадки. И, конечно, контейнерные площадки и перевозчики, что называется, захлебываются мусором. Сегодня в очередной раз проговорили вот на штабе, где присутствовали и перевозчики, где присутствовали главнутригородских районов, где присутствовали подрядные организации, управляющие компании, о том, что все-таки надо настойчиво проводить разъяснительную работу с жителями. Есть строительный мусор, есть бытовой мусор, и не весь мусор можно складывать в контейнерную площадку. 15 апреля в Самаре пройдет гагаринский субботник. Принять в нем участие могут все желающие. Город готов обеспечить активистов всем необходимым. Грабли, перчатки и мешки для мусора можно получить в офисах управляющих компаний. Виктория Шарая, Константин Головин. События. Готовят к началу летнего сезона и парки Самары. В рамках месячника по благоустройству там проходит генеральная уборка. Так, в парке Гагарина начали мыть колесо обозрения. Сезонные аттракционы начнут работать ближе к концу месяца. О том, что уже сделано, в нашем следующем репортаже. Учащийся колледжа Савелий Анисимов вместе с однокурсниками сразу согласился на просьбу помочь с уборкой в парке Гагарина. Ребята все утро собирали прошлогодние листья, складывали их в мешки. С начала городского месячника по благоустройству уже более 450 волонтеров из образовательных учреждений и других организаций приняли участие в подготовке к парковому сезону. Ну, я решил, почему бы и нет. Я все-таки хороший гражданин. Скоро будет тепло, и можно будет сюда будет ходить, гулять с друзьями, есть мороженое, ходить на развлекательные аттракционы. Хорошо проводить время. Я буду гулять, а здесь чисто. И, ну, все ребята мои будут видеть чистоту, а не грязь. С начала апреля в парках Самары идет генеральная уборка. Только за первую треть месячника по благоустройству очищено от прошлогодней листвы свыше 150 тысяч квадратных метров газонов. Покрашено и установлено более 270 скамеек и 150 урн. Также наводят чистоту на пешеходных дорожках. Повышенное внимание уделяют состоянию детских игровых и спортивных площадок. В парке Гагарина начали мыть колесо обозрения. Кабинки моют как внутри, так и снаружи. Очищают сплит-системы. Генеральная уборка аттракционов идет во всех парках областного центра. Работать они начнут уже с 20 апреля. И хотя колесо обозрения функционирует круглый год, с этого дня оно будет работать дольше. С 10 утра до 10 вечера. Безусловно, особое внимание уделяется безопасности. Без этого мы никуда. Да? Что касается всей аттракционной техники, она у нас проходит и у нас, и у тех, кто работает на территории парков, она проходит обязательное освидетельствование ежегодное, которое говорит о том, что аттракцион готов и может эксплуатироваться. Параллельно уборке территорий в Самаре приводят в порядок рекламные конструкции. Всего в областном центре их установлено более 900. Чтобы внешний вид конструкций соответствовал облику города и технической документации, рабочие удаляют с опор незаконно наклеенные объявления и граффити, обрабатывают опоры антивандальным составом. Кроме того, проводят текущий ремонт. Бывает, баннер отрывается с рекламной конструкции. Крепление рекламных конструкций, они ржавеют и
приходится их менять периодически. Подобные работы их владельцы проводят два раза в месяц. Сотрудники Департамента городского хозяйства и экологии ведут ежедневный мониторинг. Светлана Тимофеева, Григорий Плешаков. События. Вячеслав Герасимов «Мой современник». Так называется выставка, которая открылась на прошедшей неделе в Самарском художественном музее. Представлено более 60 работ художника, многие из которых являются эскизами к монументальным произведениям мастера. Например, мозаика на Доме профсоюзов. На открытии выставки побывал наш корреспондент. В Самарском художественном музее открылась выставка, посвященная юбилею заслуженного художника России Вячеслава Герасимова. Он был универсальным мастером – монументалист, живописец, график, скульптор. В экспозиции выставки – эскизы к известным монументальным произведениям художника. Это рисунки гобелена для областного краеведческого музея, витражи дворца бракосочетания, роспись фойе Дома молодежи и многое другое, что стало уже визитной карточкой Самары. И особенность сегодняшней выставки еще состоит в том, что это очень много эскизных работ, то есть сам интересен сам процесс художника, как он создавал эти полотна, потому что это тоже для нас может быть немножко такая тайна, для обычного зрителя мы видим уже результат, а это большая, трудоемкая, сложная работа. У этой выставки теперь своя история. Практически все экспонаты будут переданы в Самарский художественный музей. И сейчас формируется отдельный фонд Вячеслава Дмитриевича Герасимова. Это действительно богатство. Человек – это эпоха, это история. Этот человек – махина. Ирина Карпова, жена художника, передала в художественный музей сотни эскизов и картин из мастерской Вячеслава Герасимова. Алла Леонидовна, ну просто, наверное, шок испытала, да? И она говорила, что это будет выставка вот с этими работами именно, потому что, говорит, это будет бомба. Потому что этих работ никто не видел раньше. И я не видела при жизни художника. Я сама в эстетическом шоке от того, как это смотрится, как это важно, красиво. Вот эти работы мы их с Славой обсуждали. Сын его лазил все лето с одним парнем и лепили вот эту мозаику. Друг известного художника, академик Виктор Сойфер, вспоминает, как создавались мозаики «Аэро» и «Космос» на фасаде здания авиационного института. Рассказывает, мастерская Вячеслава Герасимова была местом встреч не только художников, но и большинства интеллигенции и политической элиты Самары, Куйбышева советской эпохи. Вячеслав Дмитриевич Герасимов, он сам был такой вот, как бомба, он столько в нем было мощи такой разной. И человеческой, и как художника. И выставка его, она, особенно для людей вот моего поколения, она интересна тем, что возвращает нас в период замечательный, когда страна так на подъеме была, космос осваивали. Все это Вячеслав Дмитриевич замечательно передавал в своих полотнах и монументальных произведениях. Даже вот в этих своих работах он оставался монументалистом, потому что смотришь на его пейзажи, они все равно решены форматно, так немножко стилизованно, как-то очень такой свой язык у него, конечно, герасимовский очень отличается от всех тех, кто вот в это время работал. Герасимов также искусно проявил себя в пейзажах, натюрмортах, исторических картинах и портретах. На выставке представлены изображения писателей Бориса Пастернака и Михаила Булгакова из серии «Сыны Отечества». Но не все шедевры Герасимова оказались в художественном музее. Кое-что из картин вдова оставила себе на память. Это любимые работы, во-первых, которые он мне лично подарил и подписал. Вот, есть такие работы, ну, там очень хорошие слова, и причем это те работы, которые, когда я, например, увидела в мастерской первый раз, да, сама ахнула, и он мне ее потом дарит. С самого первого момента знакомства он сначала писал очень так скромно, а потом все более, так сказать, лично и лично и лично. На первой выставке Вячеслава Герасимова «Мой современник» зрители увидят порядка 60 неизвестных уникальных работ. В дальнейшем планируют выставить и другие работы художника, но в музейных фондах их намного больше, поэтому в будущем планируются еще выставки, чтобы показать все шедевры самарского мастера-монументалиста. А эти произведения искусства можно увидеть до конца весны. Михаил Ермоленко, Сергей Кизуркин, Николай Епифанов. События. Это было главное за прошедшую неделю. Продолжайте следить за актуальными новостями на официальном сайте Самаргиз, в нашем телеграм-канале, на страничках в Одноклассниках и ВКонтакте. Выпуски программы смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Всего доброго, до встречи!